камерный оркестр «Империалис». Один из самых необычных коллективов России. Аутентичный по своему составу и исполняющий музыку на все времена от барокко до джаза, его смело можно назвать ковчегом для творчества, в котором каждый исполнитель свободно делится своими взглядами на интерпретацию со всеми музыкантами. А состав выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных свидетельствует о высоком профессионализме исполнителей. Художественный руководитель и один из солистов оркестра, лауреат международных конкурсов, директор Всероссийской ассоциации саксофонистов Тарас Гусаров внедряет в репертуар оркестра произведения для гобоя и скрипки с оркестром в переложении для саксофона, а также джаз и музыку из кинофильмов. Сотрудничество с известным дирижером и аранжировщиком Константином Шумиловым позволяет в кратчайшие сроки получить ноты любого произведения, адаптированные под уникальный состав оркестра. Уже полюбившийся за столь короткий срок своего существования слушателям, оркестр активно выступает и сотрудничает с лучшими концертными площадками Москвы и Центральной России, открывая новые горизонты в звучании вечной классики, покоряя слушателей обаянием своей юности, сохраняя и почитая исполнительские традиции, широко демонстрируя возможности камерного оркестра, охватывая все направления, завоевывая зрительскую любовь. «Империалис Оркестр», удивляя музыкой.